хуя вы приехали сюда убивать наших женщин и детей? Я не приехал никуда. Ты понимаешь, вот вы на металлисты, мы ездили свои, когда металлист ваши укропы заняли. Нас собрали, чтобы мы 200-х своих забрали, самых спокойных, забрали оружие. А ваши командиры стоят и прямо в глаза нашим ребятам говорят. Мы спрашиваем, зачем вы приехали? Они прямо в глаза говорят нам. Мы придем еще к вам в Луганск город убивать ваших женщин и детей. Это командиры. Это ваши командиры. Это командиры дураки, а не солдаты. А вы кто? А вы умные, блядь. Мы разменная монета в этом всем дерьме. Вот, смотри. Заебали. Когда твой город будут бомбить твои матери, их матери, они почувствуют все, что чувствовали наши в Луганске летом. Да никто этого не хочет. Да видят, тут целого домов нет, хотите. Людей нет. Вот когда нам сказали в перемирии, мы думали, что... Ну если вы не хотите, отсюда. Почему вы там не подымаетесь, а здесь вас в плен беру? Да. Почему вы там молчите? Потому что там они... Москаляку-могиляку. Москаляку-могиляку. Ребят, Кривой Рог вообще как Днепропетровская область. Там не мы, может, все эти движения все время поддерживают. Ну да, ну что, как почему-то да. Здесь я вижу только один Кривой Рог. Звоните, говорите, вы сюда идете в бар. Здесь стояла 25-я Днепропетровская. Я поменял 40-й Днепропетровская. Мы к вам не пришли, вам тут делать нечего. 25-ка, десант. Они здесь стояли, мы их не позиции. Ребята раньше выменяли, я приехал только 4-й. Я оттягивал возможность приезжать сюда последний. Разрулиться все, выровнять вальсы, у них бюджет, нормально договорятся. Чем было вообще сюда? Грэм, обращение запишешь, Грэм? Давай, обращение запиши. Давай обращение. Население Украины, в частности мужское, если вас призывают воевать против нас, шахтеров, не ведитесь на это. Просто садитесь штабелями на плацах, чтобы вас не грузили сюда, на убой не везли, как скот. Подумайте головой своей, посмотрите интернет, что здесь творится. Не слушайте то, что вам там рассказывают по телевизору. Здесь все нормальные мужики собрались, шахтеры, которые стоят за свою землю. И если вы придете сюда, мы вас будем убивать. Лучше сажайтесь в тюрьму. Пусть вам дадут 3-5 лет, но вы будете живыми и вернетесь в свои семьи, к себе домой. Адиос, шахтеры! Всей украинской армии и украинскому населению, которое хочет прийти сюда убивать. Вы едете на верный смерть. Спасибо. Жене, сыну, привет. С мая месяца не видел. Как говорят, кто на Майдане стоял, то пусть и не придет. Кто кормил тех, кто на Майдане? Кто деньги собирал? Бензин им на этот самый. Носил, чтобы спалить в Одессе.